Стратегию по развитию ЖКХ до 2020 года подписал сегодня глава правительства. На форуме отделений партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал основные направления, по которым будут осуществляться работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, большое внимание уделено программе капитального ремонта, расселению из аварийного жилья, а также вопросам ипотеки. Глава Кабмина в том числе затронул тему повышения тарифов. Еще в 2013 году мы принимали решение, чтобы блокировать их необоснованный рост. За счет этих ограничений рост платы по стране должен составить в текущем году не более 4% в среднем. Наша задача заключается не только в том, чтобы неукоснительно выполнять требования законодательства, но и в том, чтобы гибко реагировать на те изменения, которые в жизни происходят, и вносить предложения о корректировке решений, которые не соответствуют текущему моменту. Вот почему я поддерживаю введение ограничений по исполнению некоторых наших решений, которые сегодня, с учетом экономической ситуации, нашим людям просто не по карману. Одно из таких решений касается расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Дмитрий Медведев поблагодарил участников форума за то, что они не испугались эпидемии гриппа и пришли на мероприятие, чтобы обсудить, по его словам, столь важную тему.